Кира. Макс, Макс, что-то я не поняла. А что это ты сидишь с кислой миной? Чем опять ты так недоволен? Да, блин, Катя, я есть хочу! А в холодильнике ничего особенного нету! Вот еще, сказочник какой нашелся! В холодильнике достаточно много вкусной еды. Иди еще раз посмотри. А вот сейчас пойду и посмотрю! Ну вот, как я и предполагал! Куча напитков, батон хлеба, кусочек тортика, пончики и куча всякой выпечки! Ну нет, Кать, я на такое не подписывался! Это совсем не вкусная еда, одни сладости практически! А я, как парень, хочу мясные блюда! Ну что теперь поделать? Но маме некогда сейчас приготовить что-то вкусненькое и мясное. Поешь пока то, что есть. Что ты начинаешь проблему тут устраивать? Ты же видишь, я занята. Ты мешаешь мне читать. О, Катя! Кажется, я придумал, что мы с тобой сделаем, чтобы вкусно покушать. Интересно, интересно. Какой же бред тебе в голову пришел на этот раз? Кать, Кать, неси свой кошелек. Я знаю, что ты там нехило подкопила. Давай закажем фастфуд. Бургер, крылышки, кока-колу. Обязательно кока-колу. Уже давно не пил. Ну, пожалуйста, Кать. Ни за что не поверю, что ты хоть раз не хотела бы поесть вкусно. Ну, почему это не хотела бы? Конечно, можно. Только давай, Макс, 50 на 50. Чего это ты только на мои денежки заришься-то? Да, конечно же! Сейчас я принесу свои сбережения, а ты неси свои. Можем друзей позвать. Хорошо, только давай позовем четверых. А нет, лучше двоих, а то совсем не хватит. Слопают все. Ладно, ладно, давай позовем Влада и... И можно позвать еще Дашу. Вот и отличненько. Пошли за деньгами, да будем заказ делать и друзей звать. Вот это ты мощно так подкопила! Не то, что у меня. Куркулиха настоящая ты, Кать. А вот это уже мое личное дело. Ты в чужой карман, Макс, не заглядывай. Договорились 50 на 50, так что складываемся поровну. Да, конечно же, Кать. Чего ты завелась-то? Я же просто так, к слову, что ты очень много накопила. А вот экономней надо быть. Ты просто сильный транжира. Алло, алло. Здравствуйте! Я хочу сделать заказ! Весьма крупный заказ! Да вы что, мадам! Я парень в самом рассвете сил! Вот же бред несет! В общем, слушайте! Макс, Макс, ты позвони пока Владу и Даше, а я пока пойду приберу со стола вот эти все книжечки, ручки, тетрадки. Ну, конечно же, Кать! Убирай давай свой бардак! Сейчас уже заказ привезут! Это очень крупный заказ, поэтому его доставят быстро. Давай, убирай, а я звоню друзьям. Все, как по волшебству. Алло, Даш, а ну-ка бегом к нам с Катей. У нас будет фастфудная вечеринка на четверых. Алло, Владос, бегом к нам на фастфудную вечеринку на четверых. Ура, а вот и доставка. Пойду принесу, Кать. Слишком ли много еды ты заказал? Ну, конечно же, нет! Мы поедим! Наши друзья! И родителям еще останется немного! О, а вот и Даша с Владом! Я вот только одного понять не могу. Зачем он рыбу-то с рисом заказал? Никогда не ел, а тут поназаказывал. И спринглс. Вообще, при чем здесь чипсы? Ух ты, ребят! Вот это вы пирушку-то закатили! Стол от вкусняшек просто ломится! Все такое свежее, горячее! Что за праздник-то? Да это праздник живота! Решили с Катей устроить! Иногда можно! Да уж, ребят, у вас действительно шикарный стол! Праздник живота, что надо будет! Постарались на славу! Ох, сейчас с Владом объедимся и будем пузами кверху лежать. Ну так что, друзья, я такая голодная. Давайте не будем тянуть время, а скорее приступим к трапезе. Всем
приятного аппетита! Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.